Всем привет, ребят, с вами Gobzor.com. В наше распоряжение попал новый двухдиапазонный роутер Netis N1, оснащенный гигабитными портами и поддерживающий 4G модемы. Он уже доступен в российских магазинах. Более подробный список характеристик и цен представлен по ссылке в описании к этому видео. В комплекте покупатель получает внешний блок питания, патч-корд, набор полезной документации и гарантийный талон. Выполнен Netis N1 в компактном корпусе из черного пластика с интересным дизайном в виде ряда вентиляционных решеток. Визуально производит приятное впечатление. Роутер гармонично пишется в любой интерьер. На лицевой панели расположен ряд светодиодных индикаторов, с помощью которых можно будет контролировать активность использования ресурсов и рабочее состояние беспроводной, а также проводной сети. На крышке расположен логотип производителя. Снизу наклейка с техническими данными. Установить этот роутер можно будет на ровную горизонтальную поверхность или зафиксировать на стену. С обратной стороны гнездо питания, кнопка сброса настроек, механическая кнопка выключения Wi-Fi, VPS, полноразмерный USB 2.0, 4 LAN и 1 WAN. Все проводные RG45 порты с гигабитным подключением. Приятно видеть эту конструктивную особенность в этом невысоком сегменте. Две несъемные антенны можно поворачивать и наклонять относительно точки крепления. Важно отметить, что несмотря на то, что антенны всего визуально две, по факту их четыре. Каждая из них работает как в диапазоне 2.4, так и 5 кГц. Netis N1 поддерживает стандарт 802.11ac со скоростью до 867 Мбит. В частоте 2,4 Гц, скорость передачи до 300. Суммарно получаем 1200. Устройство поддерживает несколько режимов работы. Повторитель, клиент, AP, VDS, AP плюс VDS. Здесь у нас установлен чипсет, частотой процессора 1 ГГц. Это производительный роутер. И память здесь у нас 128 МБ оперативной, что очень немало для роутера. И установлен чипсет Realtek 8197FC. При обращении к панели управления пользователь встречает мастер быстрой настройки, позволяющий в одно действие запустить сеть, выбрать подключение и задать пароль подключения. По умолчанию стоит русский язык. В разделе полных настроек отображается статистика использования ресурсов, данные по беспроводной и проводной сети. В разделе сеть задаются параметры подключения к провайдеру и работе локальной сети. Отдельные вкладки по настройке беспроводной сети в диапазонах 2,4 и 5 ГГц. Раздел USB дает возможность настройки подключенных устройств. Помимо выше озвученных 4G модемов, это могут быть файловые накопители. С помощью роутера можно будет организовать, запустить общий сетевой накопитель, настраивать полоса пропускания и переадресация. Есть инструменты по контролю доступа к ресурсам сети, динамические DNS и расширенные настройки роутера. Разобраться с панелью управления будет несложно. Набор настроек удовлетворит и продвинутых пользователей, и не создаст трудностей у новичков. Более подробные скриншоты, напомню, можно посмотреть по ссылке в описании к этому видео в текстовом обзоре. Как итог, Netis N1 станет отличным решением для организации проводного и беспроводного доступа в сеть. Встроенный USB предлагает широкие возможности по настройке и организации общего доступа. Интуитивная панель управления, привлекательный внешний вид, хорошее качество покрытия, высокие скорости обмена данными, гигабитные порты. С удовольствием обсудим с вами Netis N1 в комментариях. Всем спасибо и пока-пока.